27 мая диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, перейдя границу с Россией в Брянской области, обстреляла пограничный отряд Федеральной службы безопасности России. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы. В результате 6 пограничников убиты, 9 ранены. В свою очередь, российский телеграм-канал «База» сообщил, что 27 мая погранзастава в Брянске была обстреляна из гранатомета с территории Сумской области Украины. Есть убитые. Однако официальные органы этот факт еще не подтвердили.